За отличную учебу лучшим студентам Дагестанского государственного технического университета вручили красные дипломы. Поздравить отличников и вручить им красные дипломы пришли ректор вуза и руководители ведущих организаций. Каждый из них отличился в спорте, науке или общественной деятельности. В связи с коронавирусной пандемией ДГТУ перешел на дистанционное обучение. В процессе работы над дипломами все консультации с преподавателями проходили на удаленке. И теперь, после вынужденной разлуки, выпускники собрались уже в режиме реального времени. Ректор вуза Нурмагомед Суракатов подчеркнул, что этот год оказался достаточно сложным, но в то же время продуктивным для вуза. А потенциальные работодатели отметили, что будут рады видеть ребят в своем коллективе. Действительно, мы нуждаемся в новых квалифицированных, высокотехнологичных, обученных кадрах. Рады, что Дагестанский государственный технический университет вот так вот постоянно нас приглашает, что не забывает о нас. Действительно, молодым людям нужна социализация. Эту социализацию мы готовы предоставить.